Я все же смогла. Ты получила то, чего желала. Похоже, настал момент моего прощения или мести. Что выберешь? Да она уже его простила, мы же все понимаем это. Она его уже простила еще в прошлой битве. Если честно. Перед продолжением ролика хотелось бы выговориться. С каждым днем все сложнее и сложнее приобретать новые игры по нормальным ценам. Но кажется, я нашел решение, ведь со мной связался магазин Epic Games Store. Epic Games Store — это магазин игр, в котором можно покупать игры на русский аккаунт для лаунчера Epic Games в обход любых блокировок и санкций. Реальные живые отзывы в группе ВК, собственная беседа с толпой довольных клиентов и огромный ассортимент. Заказы оформляются очень быстро. В общем, смело могу рекомендовать вам этот сервис. Тем более с такими мега-скидками. К примеру, прямо сейчас до конца года можно приобрести обновленную версию с красивой графикой Ведьмака всего за 490 рублей вместо 1500. Или God of War за 1990 рублей вместо официальных 3000 рублей. Это ценник Epic Games. В общем, залетай и покупай, пока акции не закончились. А еще, по секрету скажу тебе, прямо сейчас у них у единственных можно заказать предзаказ Hogwarts Legacy. Скидки на игры и предзаказы обновляются каждую неделю, так что не пропусти выгодные предложения. Ну и конечно же, по моему личному промокоду StrelokDNS вы получите дополнительную скидку в 10% на любую игру. Ну и не забывайте участвовать в конкурсах в группе, чтобы выигрывать халявные игры. В общем, ссылку на все это добро я оставил в описании. Заходите и передавайте им от меня привет. Ни то, ни другое. А что да-да? Какая-то часть меня по-прежнему злится и всегда будет. Всегда будет злиться. Ну нет. Ты не тот, кто должен умереть. Теперь я вижу. Послушай. Все, что между нами случилось... Не объясняй. Не надо. Я понял. Я не жалею, что спас тебя, и не стану жалеть. Но ты имела право сама выбрать, жизнь или смерть. Я не должен был выбирать за тебя. Не, ну Бальдр, ты гнилой, конечно, был. Я все же смогла. Ты получила то, чего желала. Да, очень красиво. Похоже, настал момент моего прощения или мести.
Ну и что? Что выберешь? Фрея, выбирай прощение. Если честно, ни то, ни другое. Какая-то часть меня по-прежнему злится. И всегда будет. Всегда будет злиться. Но нет. Ты не тот, кто должен умереть. Теперь я вижу. Хорошо, что то, что хорошо кончается. История с Фрейей пока заканчивается хорошо. Послушай. Все, что между нами случилось. Да-да. Не объясняй. Не надо. Я понял. Я не жалею, что спас тебя, и не стану жалеть. Но ты имела право сама выбрать, жизнь или смерть. Я не должен был выбирать за тебя. Я все же смогла. Ты получила то, чего желала. Когда ходишь пятый раз в туалет за ночь, и последний раз, когда ходишь, еле-еле можешь что-то из себя выдавить. Настал момент моего прощения или мести. Что выберешь? Понятно, мести не будет. Если честно, ни то, ни другое. Что выберешь? А что? Титов. Какая-то часть меня по-прежнему злиться. Да. И все. Всегда будет. Хватит клоунаду эту заканчивать, Фрея. Всегда вот. Будет злиться. Фрея, все, вот, слезки, я дай твои, вот, утру, слезки. Слезки утру. Ну, давай, это заканчивай хуйней заниматься. И... Ну, нет. Так сказать... Да. Все, Фрея. Ты не тот, кто должен умереть. Кулачок. Кулачок, Фрея, кулачок. За сына, кулачок. Оу. Ну я вижу. Тут без негатива. Послушай. Я внимательно слушаю. Все, что между нами случилось. Не объясняй. Не надо. Я понял. Да. Все, не, Кратос, кулачок. Все, ребят. Ой, блядь, да дайте.
Ребят, все, разбиваю вас. Я не жалею, что спас тебя. Все в порядке. И не стану жалеть. Но ты имела право сама выбрать, жизнь или смерть. Я не должен был выбирать за тебя. Ребят, я тоже тут. Ладно, бля. Ну, Фрей, ну клоунаду устроила. Я все же смогла. Ты получила то, чего желала. Похоже, настал момент моего прощения или мести. Что выберешь? Ты что, ебанутая? Если честно, ни то, ни другое какая-то часть меня по-прежнему злится и всегда будет злиться. Ну нет. Кто бы мог подумать это? Я, кстати, ты это... не тот, кто должен умереть. Я тоже на секунду подумал, то, что она просто сейчас себя пырнет нахуй. Теперь я вижу. Ну, можно было ожидать чего угодно, я реально не знал. Ну, как бы невозможно предугадать в этой игре, что будет. Послушай. Хотя было такое, читайненько. Все, что между нами случилось. Ага. Не объясняй. Не надо. Я понял. Yeah. Короче, я объясняю, это приветствие, ну вот такое вот приветствие, оно вот в этом, в Афинах, в Риме было для того, чтобы проверить, нет ли тут у человека ножа, ну типа, или какого-то оружия. И он ее обнимает за голую руку, а она его берет, там цепи, щит нахуй, эти клинки ебаные, блять. Я не жалею, что спас тебя, и не стану жалеть. Но ты имела право сама выбрать, жизнь или смерть. Я не должен был выбирать за тебя. Я все же смогла. Ты получила то, чего желала. Не совсем. Теперь со мной надо. Похоже, настал момент моего прощения или мести. Что выберешь? Она уже забыла по-любому, блядь. Не так чувствует ярко. Да хуй знает.
Если честно, ни то, ни другое. Какая-то часть меня по-прежнему злится и всегда будет. Всегда будет злиться. Но нет. Ты не тот, кто должен умереть. Теперь я вижу. Все, что между нами случилось. Не объясняй. Не надо. Я понял. Я не жалею, что спас тебя. И не стану жалеть. Но ты имела право сама выбрать, жизнь или смерть. Я не должен был выбирать за тебя. Я все же смогла. Да что мы сделали? Можете объяснить мне? Ты получила то, чего желала. Еще нет. Похоже, настал момент моего прощения или мести. Она освободилась от Одина. Что выберешь? Да ну нет, блядь, ну такая тварь ебаная. Мы просто лох, блядь, если она выберет нас пиздить сейчас. Я прощаю тебя. Если честно. Я не знаю. Ни то, ни другое. Какая-то часть меня по-прежнему... злиться. Это как? И всегда будет. Всегда будет злиться. Может, просто ребенка надо было воспитывать нахуй, чтобы не выебывался. Ты не думала? Мать, блядь. Ну нет. Ты не тот, кто должен умереть. Теперь я вижу. Да хорошо. Послушай. Все, что между нами случилось. Не объясняй. Не надо. Я понял. Не надо, дядя. Я не жалею, что спас тебя. И не стану жалеть. Но ты имела право сама выбрать, жизнь или смерть. Я не должен был выбирать за тебя.
Я все же смогла. Ты получила то, чего желала. Похоже, настал момент моего прощения или мести. Что выберешь? Если честно, ни то, ни другое какая-то часть меня по-прежнему злится и всегда будет злиться. Ну нет. Ты не тот, кто должен умереть. Теперь я вижу. Послушай. Все, что между нами случилось. Не объясняй. Не надо. Я понял. Я не жалею, что спас тебя, и не стану жалеть. Но ты имела право сама выбрать, жизнь или смерть. Я не должен был выбирать за тебя. Я все же смогла. Ты получила то, чего желала. Сейчас мне будет пизда? Настал момент моего прощения. Или мести. Все, у тебя полные силы, ты свободна, мне умирать? Что выберешь? Ой, блядь! Я готова! Чё, мне пизда? Да? Я каблук? Я плохо сделал? Если честно... Ну! Ни то, ни другое. Какая-то часть меня по-прежнему злится и всегда будет злиться. Всегда будет злиться. Всегда будет злиться. Ну нет. Типичная женщина. Ты не тот, кто должен умереть. Теперь я вижу. Может, вы воспитаете вместе Атрея? Сверните Одина, и все будет чики-пуки. А? Любовь-морковь? Не? Блин. Ты бывший Одина. Королева Валькирий. Все, что между нами случилось. Я клевый бог войны. Не объясняй.
Не надо. Я понял. Я не жалею, что спас тебя, и не стану жалеть. Но ты имела право сама выбрать, жизнь или смерть. Блядь. Я не должен был выбирать за тебя. Кратос на опыте. Кратос на опыте. Спокойный, как удав.